трехсоточка и RP 500-ка. Всем привет! 20 июня. Дождик. Вчера шел целый день. Сегодня вот он идет. Не останавливается. Выезд. Привод-то включи. А Женя будет самца доставать из воды, блядь. Что, ребят, вот он завелся, блин, все нормально. Попала вода в сечной колодец, получается. В колпачке была вода. Компрессором продули, вот он все опять едет. Шаркеля все помогли. Вода в этом фильтре не было, то есть все сухо вообще. Все отлично. Едем дальше. Маленько не хватило. На улице плюс 10. Два взрослых дядьки плещутся в лужу. We'll be right back.
Назад! Вон на днище здесь садится, вон он там. Чуть-чуть не вылетел. Молодец. Смотри, хорошо полоснул человека. Прикольно. Блин, упал. Вот она.